Предупреждаю. Вы сейчас охренеете от увиденного, и ваша психика, а также вера в человечество может пострадать. Вас может вырвать. Итак, начинаем. Пятое место. Я вызываю кипать, например, то же самое говорил, когда мне продали просроченный кефир. На самом деле, это просто... Сначала бабуля снимала видео, где она слегка Мы с этим сусмантесом. Мы с этим сухнем, все решили на ножках. Потом решил испытать, все решили на ножках.
Потом она решила использовать шляну. Хайцу, вы в Я не знаю, что это такое.